пока, собачки. Все, провожают братика. Нет, я просто сейчас вот только... Мне сказали, что телефон звонил, я сейчас на вольере. Мы сейчас здесь на вольере, да. Давайте, тогда мы вас ждем. Так, кто-то к нам сейчас еще приедет. Ага. Кто-то еще к нам сейчас приедет смотреть кого-то. А у Максюши новая жизнь. Эти. Вон девочка идет какая-то, наверное. Ну, сейчас поедем знакомиться, там посмотрим. Ну, вот, почитайте тогда. Ну, позвоните, может быть, девушка кого-то другого. Вот она тоже на Максу? На Максу, да, из Раменского. Свой дом, дом прям. Она готова сегодня приехать, она по Авито. Звонила. Опять на Максу? Ну! Это, как его звать? Ну, у него маламут в вольере, а его в дом. Да, и есть дети, и все, и Ольге понравилось. И она ей звонила многократно. Но Ольга в театре, она как бы особо не это, ну, не может разговаривать. Ну, короче, если чего, вы ей все равно позвоните, скажите, что его забрали, может, она кого-то другого захочет. Ну, у нас все равно испытательный срок на Макса. А? На Макса месяц испытательный срок все равно же. Ну, если вдруг. Она, я понимаю, в сообщение отправила. Вот, и как это называют. Ну, в принципе, в дом ей подойдет у Марта. Замечательно. Она точно такая же. Макс, как вы меня узнали-то тогда? Фотографироваться не хотели, да? Бегемотики. Бегемотики. Так, кто мне сломал ногу? Не я. Могу точно сказать, что это была не я, да? Сейчас закручу. Да. Все, ладно, поехали. Не за что. Спасибо большое. Максюша. Макс, стой. Со мной? Будешь седьмым? Давай, попка. Давай, двигай лапами. Давай. Ух! Побежали. Максюша поел и заснул. Максимка, пойдем. Приехали. Ой, давай, давай, давай. Пустопопик. Застрял, что ли? Макс. Давай, ну давай. Ты вот. Заснул, правда, там. Зоня заснула. Он заснул. Зайка, все. Заснула. Укачала тебя. Давай, давай. Моя красота. Пойдем, Максим, пойдем, 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 пойдем. Вываливайся, Макс. Пойдем, выходи. Иди сюда, иди, иди сюда. Максик, Максик. Эй, глачок маленький. Ой. Пошли, Максюша, пошли. Интересно, интересно. Как вы, как скажи, пойдем. Посмотреть, куда я выхожу, то может не стоит. Машины, страшно. Тоже вздремнули, да? Нет, я говорю, что тут думала. Два варианта, которые спасибо, спасибо. Тепло у меня в машинке, да? Я знаю. Конечно, тепло, хорошо, мягко. Так он заснул, слюньки попускал там, тепло. Ну давай, давай, решайся, решайся. Пошли. Алло, Катя, мы подъехали. Ага, давайте, мы сейчас как раз выходим из машины.
Да давай, давай. Пошли. Пошли, Макс. Сыкотно тебе. Она спрыгнуть не знала как. Ребенок первый раз за рулем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Макс. Пойдем там, не страшно. Максимыч. Пойдем, зайка, пойдем. Ой, машинки понравились, да? Молодец. Пошли, пошли. Нет? Нет, туда не надо. Там страшно. Но интересно. Давайте первый подъезд. Значит, сейчас спустят. Нет, пойдем назад, домой. Макс! Максюля, пошли, Макс! Сейчас подождите, дайте потрясти. Вот, правильно, Максим, надо бояться. Ну, хорош! Илья, здравствуйте! Это мы. Здравствуйте. Кормили хорошо. Очень здоровый аппетит. Мальчик, ну что ты? У нас есть осенние полицейские. В принципе, сейчас пока лучше гулять на шлейке. Ты прям сразу, ну как он вам? Да он классный. Нет, он был, честно говоря, чуть поменьше, да? Поменьше, да? Он такой упитанный. Но он упитанный, и лапки у него такие вот останутся. Он как у мамы. Коротенькие, толстенькие. Хорошо. И характер спокойный очень такой. Ой, вообще красота. Даже не пикнул. В машине первый раз ехали, не пикнул. И заснул там. Мы там думали, будет пищать. Меня разбудили. Ну, здрасте. Ну, машинки, он как мальчик должен все обнюхать. Все я правильно. Иди, да? Ну, что ты хочешь? Там ты только лошадок видел, да сестренок. Тинин Андреев, держи, держи. Столько запахов. Ну что ты? Макс, иди сюда. Сыкотно-то, сыкотно. А мы все не влезем, наверное. Не влезем, мы тут все влезем. Мы горшим гуляем, обнимаемся. Влезть-то влезем, но не поднимемся. Поднимемся. Ну, хватит. Ну все, сиди. Сыкотно, да? Да сыкотно, конечно. Девчонок нету? Да. Без привычного окружения. Лошадок нету, да? Все какие-то машинки. Да запахи непонятные. Ну, в этом для меня сложно. Право-лево – это беда. Вытащились? Только на ручку. Здравствуйте. Я Лиза. Я Катя. Очень здравствуйте, приятно. Мы тут все увалились. У нас прогулочный день сегодня. Мы гуляли со всеми. Вот мы такие. Максим, пойдем. Он у нас пугался немножко, но вообще он такой спокойненький. К нам первый раз в люди вышел, конечно. Иди скорее сюда.
Пойдем, иди ко мне. Ну, вот прям так идет вот важно, гордо. Мои хозяева, да. Да. Вот написано было на морде, да. Даже не только, на всем написано было. Чего приживется потихонечку. Эх, Максимушка. Звонить заранее, да? Все, новый дом Макса.